и новые выборы с новым составом ЦИК и по новому закону о выборах, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не могли бы сказать для New York Times, зачем вы здесь митингуете? Я-то не знаю, я что-то слышу, справедливо России о себе. Все, что справедливо России, весь митинг от справедливо России. Я еще не знаю все. Но вы за Путина или против Путина? Против Путина. А почему вы против Путина? Потому что у меня есть где-то заметочки написания о нем, большие замечания, что он проделывает, а я не захватил эти такие замечания с собой, потому что большинство людей уже разгадали Путина и без того, что у меня записано осталось дома. Так он фальсифицировал выборы. Какие-то были. А? Вы думаете, что он фальсифицировал выборы? Как? Фальсифицировал выборы. Вот эти? Да. И Медведев. Почему справедливо Россия только захватила в большом масштабе о себе? А я думал, другие партии будут выступать. Оденьте, пожалуйста, медаль. И пришел, можно. Послушать, как скажут КПРФовцы. А справедливую Россию я еще не очень-то обожаю. Только о себе они сейчас весь митинг забирают все время, час или сколько. Значит, это что-то такое. А я думал, надо больше услышать КПРФ. И вдруг я их не слышу. Вы за КПРФ, да? Да. Так как за КПРФ, как еще есть компартия, которая находится в Москве, выпускает газету «Молния». А как вы относитесь к российской революции? Вы за или против? Вот они призывают к революции. Что вы думаете? Давно призывал и Зюганов, но люди остерегаются, и он остановил как-то Зюганов таким образом когда-то, когда он хотел. Ага. Ну, а ваше мнение? Как вы думаете, будет ли в России революция? Я, так сказать, пока люди были пожилые, живые, они бы еще в то время могли. Но с первого момента, когда сделал Ельцин свою власть, тогда я уже думал, почему Зюганов притянул революцию. Так. Вот так я только думаю. И до сих пор, ну ладно, уберег ли он народ или как-то, а продолжение этой власти все больше и больше развивается в упадок нашего государства. Спасибо. И при Зюганове даже.